Я знаю, кого буду играть, а как – не знаю. Нужна основа, нужна задача, тогда можно импровизировать. Немыслимо одинаково сыграть даже 10 спектаклей, не то что 100. Я не учу слова роли. Я запоминаю роль, когда уже живу жизнью человека, которого буду играть, и знаю о нем все, что может знать один человек о другом. Одинаково играть не могу, даже если накануне хотела повторить найденное. Подлечить штампами не умею. Когда приходится слушать интонации партнера, как бы записанными на пластинку, хочется вскочить, удрать. Ненавижу разговоры о посторонних вещах. Перед выходом на сцену отвратительно волнуюсь. Начинаю играть спокойно перед тем, как спектакль снимают с репертуара. Материалом к роли служит и свое, и чужое. Черты характера беру от всех окружающих, знакомых, незнакомых и воображаемых. Когда играла в «Шторме», приписала к тексту свои слова. В 20-х годах жила трудно, на базаре меняла вещи на продукты. Видела и слышала там много любопытного, и это мне помогло. Когда же персонаж пьесы по жизни незнаком, непонятен, работа идет труднее. Иногда образ возникает от внешнего представления, но внешнее всегда служит выражением внутренней сути. Для меня загадка, как могли великие актеры играть с любым дерьмом. Я мученица, ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться. И вся моя долгая жизнь в театре – Голгофа. Хорошее начало для воспоминаний.